Всем привет, друзья, с вами Пип, и мы сегодня снова свою парковочку развиваем. Итак, у нас 1000 баксов есть, но пока что все как-то не очень у нас хорошо складывается. Мне кажется, нам нужно нанять все-таки охранника. Давайте посмотрим, сколько у нас... Ага, мы не можем еще ничего, в принципе, сделать. Нам нужно репутацию до 300 добить. Хорошо, до 300, так до 300. Так, вроде никто у нас из гаденышей наших не бежит. Так, не то взял. Мне нужен мусорный мешок. Так, надо следить. Потому что если... Ай, блин, машина, ну ты вовремя едешь. Вот, блин, как мне только надо мусор убрать. Уезжает машина. Я, конечно, понимаю, что это деньги. 15 баксов? Серьезно? Ты чё такой жматяра-то? Чё так мало дали? Вы прикалываетесь? Так. Еще машина уезжает. Так, смотрим, чтобы никто не бежал. Я пока собираю мусор. О, машинки-то наши уезжают. Так, вот, 299. Мне чуть-чуть, ребят, не хватает всего лишь до того, чтобы третий уровень открыть. Ну, и чё ты тут... А, я тебе дверь не открыл. Извиняй, чувак. Сорямба. Я думаю, чё он встал? Ты тут охренел совсем. Стоит, блин. Так, ну кто еще у нас выезжает? 299. Мне надо чё-то подкупить тут. Блин, вот говнюк. Вот вы видели? Так. Сейчас я одного товарища спугну, а то он бежит уже рисовать мне тут. Ну, странно как-то бежит. Так, и... Hey, а, получил? Получил по репе. Получил. Так, и переключаемся назад на мусорный мешок. Вот тут гаденыш бутылку кинул. Да иду я, иду. Иду, иду. Денежки соберу. Так, все. Быстренько, пока нет у нас вора. Мы что быстренько делаем? Давайте в магазине купим еще вот парочку таких штук полезных. Денежки все равно у нас идут, денежки. Потихонечку, потихонечку, но они идут. Сейчас третий уровень откроется, и я думаю, все-таки охранника я закажу. Потому что это, ну, блин, вообще не дело. Задолбался я пугаться. Кто там гудит? Чего вы разгудились-то? Только попробуй бутылку кинуть. Да ты падла! У меня тут чистота. А-а-а, я знаю, что гудят. Я знаю, что гудят. Мне доставка пришла. Сейчас бегу. Бегу, бегу, бегу. Доставка. Открываем. Так, пока доставка, я смотрю, чтобы никто не бежал. Так, спасибо, что мне привезли нужные мне вещи. Так, это сюда. Быстренько перекладываем. Спасибо. И бежим, бежим, бежим смотреть, потому что я знаю, дед тут такой тип может пробежать прям моментально. Все, пока его нету, давайте поставим ограждение. Опа. Все, у нас, ребят, все, репутация поднялась. Так, никого нету. Наверное, мы можем уже охранника, да, набрать? Третий уровень все-таки у нас. Работники. Левел 3. Подождите. А какого хрена? Заработать 10 тысяч. Ладно. Ага, бежит опять. Подождите, у меня реп... 300. А, мне на 300 ни хрена не дали. Я думал, 300 нам чуть-чуть прям не хватает до третьего уровня, а оказалось, что хрен бы там. Теперь нам нужно просто дохренища денег зарабатывать. Нам нужно 10 тысяч набрать. Охренеть, это очень много. Это прямо реально много. Машин-то дохренища, но... попробую сейчас с них всех заработать десятку. Это просто задница. Чё, мне бежать мусор собирать? Не хочу я мусор собирать.
Блин, а чем меньше репутации, тем меньше платят. Тоже не прикольно. Чё ты там гудишь? Так, ну давайте тогда развивать парковку, чё уж. Так, сколько мы еще вот эти фиговины? Давайте 5 штук куплю пока что. Во, блин, машины скопились. Машинки скопились. Все, проезжай, не ори. И ты проезжай. Странно, что сегодня деда-грабителя нету. О, 78 баксов уже платит. Это достаточно уже приличная сумма. Это мне нравится. Так, чё, где наша доставка? Вот, доставочка едет наша. Еле-еле едет. Чё так медленно-то? Могли бы и побыстрее доставлять. Ладно. Надеюсь, за эти несколько секунд дед не проскочит. I've got to keep an eye on business. Да, да, да. У тебя бизнес там какой-то есть. У меня тоже тут охренеть какой бизнес. Спасибо. Все. Несусь, несусь. А, у меня машинка тут стоит. Надо ее выпустить, денежек забрать. 58 баксов. Немного. Так, у нас опять бежит стоять. Я тебя тут прям нахлобучу. Сразу, чтобы ты далеко не бежал. Силы не терял. Так, ставим дальше наши знаки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Сколько нам еще осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще 8 штук. Еще 8 штук нам надо таких купить. Но, в принципе, у нас денег хватает. Ну, как бы хрен его знает. И время ты никак не ускоришь. Потому что если мы ускорим время, тот дед у нас будет нестись как угорелый и просто все детали у нас воровать, а мы даже не успеем его остановить. Так, отлично, 89 баксов, хорошо. Смотрите, у нас еще чуть-чуть и уже, наверное, будет некоторый водитель по соточке давать. Это хорошо. Это уже очень хорошо. Так, фонарики у нас есть. Так, 28 мусора. Откуда столько взялось-то? Алло. 28 мусора. Охренеть. Вы кого успели так нагадить? Все. Да ё-моё. Машины поехали все теперь. Деньги начинают быстрее и быстрее зарабатываться. Это хорошо, когда парковка работает. Так, все, пока никого. Наверное, надо мусор выкинуть, очистить. Так. И вот сюда скинуть. Все. Ну, блин, еще сразу две машины стоит. Только мусор, блин, успел выкинуть. О, а вот этот старый хрыч, подожди, машинка подождет. Сейчас, подождите-ка. Далеко ты, дедуля, собрался? Hey, иди отсюда, гаденыш. Старый пень, блин. Пытается мне, блин, весь бизнес разрушить. Все, он вроде убежал, и я спокойно могу теперь собрать мусор. Не кидай только. Не кидай. Так, проверяем. Сейчас подождете. За вами нужно весь срач убирать тут. Так, тут, блин, стараюсь, как не знаю, что. Ай, куда-то. Ай, мешок. Мешок. Мешок улетел за машину. Это печально. Да не гуди ты. Мусор я собираю. Все, 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 не гудите. Видите, у меня тут работы дохренища.
Еще надо мусорный мешок. Блин, минус 16. Правильно, минус 16 у меня. У меня же там мусор валяется. Который как-то теперь надо забрать. Сейчас это еще козлина выкинет. Что-то нет, не выкинула. Бегу, бегу. Есть. Блин, все равно освещение хреновое. И не видно, издалека бежит тот или нет. Ну, прям машины поехали и поехали. Уже почти 2000 набрали. Давайте, буду тут с мусорным мешком стоять. Или лучше с дубинкой, хрен его знает. Давайте лучше с дубинкой. На страже своей парковки. О, бежит уже. Я тебя жду. Далеко бежишь-то, бестолочь. Не ожидал, что я тебя тут встречу. Не ожидал, конечно. Эх, да, бизнес тяжелый. Так, ну что, я думаю, 8 штук купить еще этих блоков. Почему бы нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, отлично. Мы всю парковку им покроем. Замечательно. Просто чудесно. И у меня еще денег осталось нормально. Если этот дед старый попробует у меня что-нибудь спереть, я хотя бы расплатиться смогу. И в минус не уйду. Так, ну где доставка там? Пипец, очень медленно доставка едет, не знаю почему. Так, ладно, деда не видно. Чё, рискнем сбегать? Вот вообще в темноте полная. Ни хрена там не видно. Давай, давай, шустрее заезжай. Да, да, я понял. Все сюда. Да чё вы там гудите? Вы подождать не можете. Одна... А, три целых машины, да? Все, я понял. Уезжай. Ты тоже можешь уезжать. О, ё-моё, караван целый поехал из машин. Все. Это, кстати, надо мусор схватить, пока, пока там есть. Хапанул мусор. Так, смотрим, что нигде никто не бежит. Сейчас, подожди, я не могу забрать. Дед, дед, блин, вот чуть с вами не упустил деда. Воспользовался говнюк моментом. Пока я тут мусор выносил, хотел меня грабить. Представляете? Вот старая тварина, а? Лишь бы ограбить меня. Не, ну надо охрану по-любому набирать. Так, ну чё? Так, ладно, машины подождут. Берем тогда наши блоки и выставляем. Все. Шикарно. То есть репутацию мы тоже сейчас немножечко получше сделали. Теперь, правда, я не знаю, что нам еще тут прикупить. Просто зарабатывать 10 тысяч. Это долго. Давайте посмотрим. Свет, может быть, еще купим. Либо что-нибудь интересненькое. Так, во. Мы с вами покрытие где-то еще положили. Не вижу, правда, где. Хрену. А, вот тут, что ли? Вот, по-моему, дорогу, кстати, тут сделали. О, сразу, смотрите, 110 баксов, нифига себе. Денежки-то начинают потихонечку идти. Репутация у нас идет вверх.
Но, блин, вечером я не побегу. Мусор сейчас собирать. Минус 36 на мусоре, охренеть, это много. Минус 40. Нам, кстати, до 400 чуть-чуть не хватает. Может, мы сегодня все-таки сможем чего-нибудь. За полторашку там можно еще покрытие улучшить. Но чтобы эта полторашка заработалась, нам нужно еще очень много машин пропустить. Если каждая сейчас будет по соточке нам давать, то, в принципе, за 10 машин мы с вами накопим на новое покрытие. Нет, по соточке, к сожалению, не все дают. 80, 70... О! Еще один бежит у нас. Пошел отсюда, разворачивайся. Не стоит тебе вообще сюда забегать. Время 4:30 утра. Вот так у нас, значит, графичики. И воры у нас в основном ночью, да, прибегают. Ну чего, давайте, выезжайте. Мне быстро деньги нужно накопить. Еще и мусор убрать целую гору. О, сразу две машинки, хорошо. О, 108. Замечательно. 67, мало. Не приезжай сюда больше, если на 100 баксов не будешь торчать. И ты сюда не приезжай. Машина, блин, дорогая. А денег мало на парковке оставляешь. Так, ладно, ждем, что нам остается. До полторашки все равно надо накопить. А мусор пипец. Вот нам 1% у нас получается, если мы сейчас, видите, даже весь мусор уберем, у нас будет 399. Нам нужно 400. Что-то мало машин, то, блин, целыми караванами днем ездили, а сейчас ночью, видимо, очень хреново. О, рассвет у нас пошел, 95 баксов. Дайте хотя бы гляну, точно мне по 1500. Кто гудит? Так, никто не бежит. Хорошо. Точно 1500 стоит, да, 1500. Нормально. Так, откройте барьер. Да когда ты успел подъехать-то? Так, ну 450 баксов и все. И можно сейчас будет бежать мусор. Собирать и наше парковочное место облагораживать. И все, и у нас будет 4 уровень с вами, ребят. О, стопэ. Сейчас, подожди, у меня тут маленькое дельце было. О, смотрите, сколько машин сразу выезжает. Может, сейчас мы быстренько как раз деньги-то и заработаем. Хотя я бы не сказал, что все платят сотку и больше. Но осталось чуть-чуть. Так, ну чё, погнали мусор собирать. Надо в божеский вид привести парковку. Пипец, бутылок просто нереальное количество. Подожди тут парковаться. Так, а чё, так мало бутылок влезает? Ладно. Бежим выкидывать, чё уж поделать. Так, машина, как всегда, выезжать начинает. Сейчас будет гудеть, стоять, как бешеный. Нет, паркуется только. Ну, раз паркуется только, то нормально. Никто не бежит. Просто огромнейшее количество бутылок тут. Так, главное не забывать наблюдать. Сейчас, подождите, подождите, не торопитесь. Я знаю, что вы мне деньги несете. О, он уехал? Он уехал, не заплатив, прикиньте.
долго ждал и уехал. Вот так будем делать. А то чувак обнаглел. Так нельзя было поступать. Вот вообще прям нельзя было поступать, это наглость. Блин, чувак, ты что-то походу не понимаешь вообще. А, все, ребята, я накопил полторашку. Ну-ка. И бабах, все. Второй уровень парковки у нас открыт. О, у нас, смотрите, какое красивое покрытие стало. То есть у нас сейчас вообще классно все стало. 109, благодарю. Так, и мусор. Мусор, надо убрать мусор. Нам, по-моему, сейчас как раз, если мы весь мусор соберем, то у нас будет 400. Так, еще. Где гребаные бутылки? Не вижу больше. Не вижу больше бутылок. Где мусор-то еще? Да падла. 420. Не, нам походу до пятихатки надо будет. Не сметь уезжать. 149. Нормально. Бабки поперли. Бабки у нас поперли. Но походу все-таки до пятихатки нам нужно будет набирать сумму. Потому что мусора-то я много набрал. А где еще-то мусор? В ведро, что ли? Но явно не между машин, потому что между машин я не вижу. О. Так, никто не бежит. Аж я вот больше не увидел бутылок-то. О, бежит. А, я тебя тут подловлю. Пошел прям по башке ему шарахнул. Чудесно. Так. А, во, вот он, вот наш мусор. Больше я не видел, где еще могли накидать. А, мешочек надо надеть, точняк. Блин, все накидывают и накидывают мусора, гаденыши. Все, у нас, слушайте, прям нормальные суммы. А чё тут опять-то? И сколько там мусора-то? Я не понял, что-то прикола. Такое ощущение, что он как будто не заканчивается. Да подожди ты гудеть. О, все. Нет, мы, походу, можем до бесконечности эту урну очищать. Уже 12 опять. Все, денежки пошли по сотке. Ну, неплохо, у нас парковка прям очень сильно преобразилась. Мне это начинает нравиться. Да что ж, все такие нетерпеливые-то, видите, человек деньги платит. Так, ну, давайте, раз никого нету, посмотрим, что может быть еще прикупить мы можем. Чем больше мы всего покупаем, тем больше у нас денег зарабатывается. Так, украшательство, свет. Блин, ну вот хочу я аппарат. Я хочу аппарат, но пока не до него. Я даже... О, вот видели? Стоит прям на секунду отвлечься. Дед уже тут как тут пошел отсюда, говнюк старый. Ладно, ребят, на этом сегодня все. Будем заканчивать. Сегодня мы прям, смотрите, как, какую красоту тут навели. В следующий раз будем пытаться заработать десятку и посмотрим, что нам это даст. На этом все. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.